Привет всем! Сегодня, можно сказать, представляю вам букет вот, от DuckDiscoPro в лице меня, Вячеслава. Смотрите, вот такой букет помещается в одну руку. Это 12 профилей вот, от знаменитого бренда WinRocket. Вот такая вот идет прозрачная упаковка, все уже распечатано, все уже сделано. Сейчас положу, все возьму, два чучела. Одно или два, наверное, с одного начнем, все лезня начнем. Вот, все их уже знают, вот, многие смотрели обзоры, вот, наконец-то они у нас в руках. Как работает этот флюгер, как бы, ну, принципы и нюансы расскажу, с какими я столкнулся. Вот, и почему они у меня произошли. Вот. Вот такой флюгер работает, а не от ветра. То есть ветер малейший. Вот. Видели, как надувается. Нету возможности сейчас можно выйти в природу, снять видео. Ну, как бы нету возможности сейчас выйти. Вот. Если ветер будет меняться, флюгер, смотрите, я сейчас легко так. То есть ветер будет меняться, флюгер самостоятельно по ветру будет идти. По ветру, вот, то есть как бы вам не надо выставляться, ну как и на воде в принципе, вот, это полевой вариант, это вариант для окраин водоема, если вы стоите с берега, да, там выставиться, то есть смотрите, вот такой букет прекрасный, быстренько расставить и просто у вас будет играть стайка, как будто на берегу, то есть вам не надо полнообъемные чучела тащить на берег, к берегу, хотя они тоже очень красивые, все мне хочется их в руках подержать, когда-то это случится все-таки. Вот. Материал очень прочный, дам ссылочку на человека, Андрея из России, вот, по сборке этих чучел. Вот. Он тоже занимается в России чучелами, как и мы, DuckDiscoPro. Вот. Ну, вот такой селезень получается. Видите, бренд везде, закручено на две болты. Все знают, что есть такие же без голов, есть еще кормящиеся утки. Утки есть на комплекты по 12 штук. Вот. Конечно, цена на них кусается. Вот. Но об этом не буду, все знают, что сейчас охота, как бы это не дешевое удовольствие. Вот селезень, да, возьму уточку. Ну, принцип работы еще быстренько. То есть вот у меня флюгер надувной. Оттянул, все, флюгер сложился, нету проблем. Установили, ветер, все, уже готов. Утка, вот такая утка. Попадает сюда ветер, вот так вот, как хотите, видите, оно сразу идет, болтается. Выставлял я их уже, там парочку взял на природу, с семьей ездил, и довольно прикольно они болтаются. Ребенку интересно было. Ну, то такое. Ребят, ну, собственно говоря, какие нюансы были у меня по сборке. Затупил я один разочек. Вот, получился, спешил. Что-то меня поторопили. Перевернул вот этот флюгер вверх тормашками. Ну, думал, сейчас вытащу эту палку, так будет все легко, так быстренько и переделаю. Ребят, не тут-то было. Вот я подготовил вот эту гаечку, вот, вот такая шайбочка, она забивается внутри вот этого палки, вот, или карбоновая она, или какая, не знаю, ребят. То есть забивается вот за счет этих зубчиков, она начинает себя держать. Я реально не смог его вытащить, то есть, ребята, начал соображать, как сделать для того, чтобы изменить все-таки, блин, вот позиция, да, утки, и вот, то есть это низ утки, то есть, блин, думаю, что же делать, как быть. Нашел я выход, вот, может кому-то пригодится, вот, может быть кто-то будет пробовать. Пытался я вытащить руками, зажимал в тиски, брал плоскогубцы, ничего подобного, ребята, очень крепко держится. Но пришел к такому выводу, ну, как бы, попробовал подпилить его. То есть, как бы взял ножовочку, попробовал подпилить, вот, пилиться. Взял вот тут
как бы есть чуть-чуть размежность, где крепится флюгер сам. Вот, он здесь находится. Ну, блин, чтобы никто никогда не попадал. Вот, я отрезал, подобрал маленькое сверло сначала, кажется, на 4,5. Вот, 4,5, где-то пятерочку. Вот, подобрал сверло, высверлил, потом выковырил все. Вот. И после этого, после парочку манипуляций, ну, то есть там выковыривал все, и у меня получилось, ну, как бы, как я снял уже, получилось убрать вот эту штучку снутри. То есть я потом надфилем подработал край вот этот, и заново чуть-чуть дальше просверлился в корпусе самого, ну, корпус, на который крепится это все. Ну, вот. И забил заново. То есть чуть-чуть получился геморрой. Вот эта штучка должна вверх тормашечками быть. Вот. То есть не вниз, а вверх, чтобы она крутилась. Вот. Вот так вот получился у меня. Ну, потом я контролировал каждое чучело, чтобы не попасть, потому что так, честно говоря, заморачиваться очень тяжело. Получается вот такая вот работа. Вот, крутятся, то есть очень удачно, то есть вот этот материал, по ссылочке будет еще один обзорчик там Андрея, вот, он говорит, что это за материал, как бы я, ну, интересовался, не помню честно, вот, но вещь такая необходима, в принципе, легкая, вот. Ну, что еще можно доработать, если это, ну, как бы до 1,5 метра вода, и вы не хотите заморачиваться с чучелами. Вот, я думаю, что взять для утиных удочек подставочки. В подставочке их можно засовывать и не на глубокую воду, как бы, их применять. И это будет очень легко и легко. То есть для полей такой букет алых роз, алых селезней и уток вам пригодится. Ну, вроде так все рассказал. Всем ни пуха, ни пера. Пользуйтесь WinRocket, пользуйтесь хорошими чучелами. Счастливо!